Всем привет, вы находитесь на канале Home Online, и сейчас я держу в колесике нашего хомячка Ника. Это мальчик. Что давно уже не было видео нормальных про хомячков. Я решила заснять Никушу, потому что он самый редкий у нас на канале. Он меня немножко боится, но я думаю, то, что это пройдет. Все вот это. Да я тебя не боюсь. Он очень хороший, такой хомячок. Сирийского я покажу чуть позже, потому что он все спит и спит, наш сирийский. Только вечером вылезает, когда темно. У нас тут еще такие стикеры есть. Хороший мальчик. Это мой любимый хомяк, хотя я всех люблю. Троих. Да, у меня три хомяка, если кому-то интересно. Два джингурских и один сирийский. Два мальчика, одна девочка. Так, ты хочешь полазить тут? Вот такие. Такой тоннельчик сейчас мы ему сделаем. Поставим лаки, и это будет классно. Хороший мальчик. Так, сейчас проставляем, как лабиринты, что ли, были. Туда поползу. Не оставила так. Типа ползу. Он еще запалит с грозой. Гроза не... Я его боюсь немного. Да, давай туда. Трансформер. Я не знаю, у них в кукурузных палочках попалось. Это была случайность. Что ты с лаком делаешь? Вы посмотрите на это. Он все грызет. Что это новенькое у нас? Что ты с лаком делаешь? Что ты облизываешь? Кусаешься, что ли? Боюсь, еще вот так вот подсунешь палец, оно кусит. Накакал тут у нас. Что это такое? Какашки твои? Все-таки его к этой стороне тянет. И он сейчас лезет по туннельчику. Так. Еще скорее. У меня села батарея в телефоне. Как ты у нас такой в уголок пошел? Малыш, ты что там делаешь? Полазить хочешь? Не, на кактус мы не пойдем. Ты что, он же камень. Поцарапаешь что-нибудь себе? Спасибо. Пойдешь на ручку, нет? Боюсь, что ты не грызанешь. Понравилось ему по туннельчикам лазить. Ку-ку.
этом видео наше заканчивается. И что это? Просто пластилин лежит у нас коричневого цвета. Просто смешивать очень люблю. И вот сама люблю из пластилина лепить. И лепила тут, и вообще у меня тут. Пластилин. В общем, давайте, ребятки, прощаться, потому что уже все. Еще будет видео выходить. Я постараюсь, чтобы они чаще выходили. Я уже думаю, что вам кошка уже надоела. Так, ты что, кактус ест? Не надо кактус. Ты что, голодный? Сейчас будем кормить себя. Что-то новенькое уже у нас, что мы кактус. Не надо кактус, ты что? Ты кошка моя кактус ела, и ты сейчас будешь кушать? Не надо кушать кактус. Все, идем в домик. Все, ребятки, пока. С вами была Настя.